Друзья мои, всем огромный осенний привет! Привет любителям хой! Сегодня покажу вам эту красавицу. Это DS-70 или Буртония, или Цанги, по-разному ее называют. Но вот мне очень нравится ее такой классный листик. Он прямо такой, знаете, прям велюровый. А новые листья вот такие вот. Получила ее, девочки, год назад двумя маленькими листиками. Смотрите, какая красота. Девочки, я все пилявлю, потому что я только от стоматолога. Смотрите, я была расстроена, придя от стоматолога. А здесь такое. Ой, у меня что-то цветонос, понимаете? Посмотрите на эту прелесть. И знаете, чем он пахнет? Пахнет он действительно кисломолочным, таким кисленьким йогуртом. Я думала, что мне показалось, но мои дети тоже поучаствовали в дегустации и говорят, да, действительно так и есть. Это очень маленькая корзиночка, очень скромная, но очень симпатичная. Слушайте, но она у меня за год выросла вот такая вот бафая. Здесь еще один цветонос. Вообще DS-70 очень, как бы, сначала долго запрягает и быстро едет. Вообще классно. Я говорю, с двух маленьких листочков за год вырос такой кустик. Но я здесь на отправку готовлю хоечки. Рангсан у меня укоренился, тут уже корни в самый низ пошли. Ваети триколор. Кстати, Ваети не быстро укореняется, но она потом стоит, девчонки, потом классно растет. Боже, не мой голос вообще. Ну вы меня поймете. Но это просто супер. Кстати, тоже сейчас срежу черенок. Он тоже поедет вместе. И не один черенок. Еще и Матильда, еще и Эскимо Сильвер, и кто там еще? И Дисхидия Вата. И Куртиси черенками. Это Black Leaves, тоже укорененный, растущий. Это моя раритетная хоя Пубикалис Silver Pink, по-моему, так она называется. Боже, их там столько разных названий, что я до конца не уверена, но цветет такими огромными бордовыми корзинками, шарами такими, классно. Слушайте, ну это вообще... Девочки, гляньте, какой у нее красивый нектар. Видите, капельки. Я в шоке. Ну, тогда первый раз такое видишь. И смотрите, как интересно. Листики новые в тон цветению. Посмотрите, да? Класс. Обожаю. Обожаю этих красавиц. И еще хочу вам одну показать. Так, это мы будем сейчас запаковываться. Подписываться, запаковываться. И вот сейчас вам еще одну покажу. Вот она такая тяжелая. Это моя любимая Эллиптика Сплэш. Но Цанги ее немножко обогнала. Она вот-вот тоже раскроет бутоны. Причем это уже второе цветение. Первое, она благополучно большинство цветочков осыпала. Но осталось там тоже пару штучек, цвели. Сейчас пока несла, тоже один бутончик обсыпался. Но она прикольная. Прикольная. Растет у меня на северной стороне. И обратите внимание, они обе у меня растут в таких глиняных горшочках. Я смотрю, что в принципе, если следить за поливом в жаркое время, то они очень хорошо себя чувствуют вот в таких вот необожженных керамических горшочках. Слушайте, я не могу никак оторвать взгляд от этой красоты. Просто вообще. Я вот пытаюсь поймать свет. О, да? Класс. Такие мини-мини-мини. Ну, по сравнению вот с этой, конечно, здесь намного больше. В разы больше цветок. Ну, гармонирует соцветие светлое, оно потом такое распускается, кремовое. И, кстати, тоже есть аромат
Здесь получается кисломолочный, а здесь такой цветочный. Девочки, я пока научусь этими новыми коронками говорить, это что-то. Я даже не думала, что я начну так невнятно говорить. Ну, красавцы, да? Красавцы. Очень мне нравится. Очень. Листья такие. И смотрите, какие они все разные. Посмотрите. Это более тонколистная хвоя. Она немножко с характером. Ну, не до такой степени, чтобы совсем. Очень легко можно ее нечаянно обжечь на солнце. Поэтому надо в летние дни притенять. Потому что у меня были случаи этим летом, что она у меня на южной стороне подгорела, эллиптика. А это наоборот, стоит и жарится на солнышке, получает удовольствие, листики загорают. Она у меня вырастила вот такой вот длиннющий ус новый, и на этом усике у нее аж два цветоноса. Но вообще цанги, она очень часто цветет. И своим, кстати, ароматом она не мешает. Для того, чтобы его почувствовать, надо нос засунуть прямо туда. Прямо вот в саму эту корзинку и понюхать. Я уже 2 дня жду. А сегодня подхожу и смотрю, тут такая красота. Мини-мистичная. Посмотрите. Ну это ж надо. Такое, а? Класс. Такие как будто, знаете, изделия. Прямо действительно пироженки, мини-пироженки, вишенки какие-то, ягодки. И еще и пахнут прикольно. Так что, девочки, вот такая вот красота у меня сегодня для вас представлена в виде этих двух хвой. Сейчас отправлю посылочку. Кто желает, пишите. Есть у меня укореняшки. Я постепенно какие-то излишки срезаю, укореняю. Конечно, зимой я отправлять не буду, когда будет прохладно. А, ну, может быть, будут какие-то окна. Не хочется сильно использовать утеплители, рисковать растениями. Ну вот, пока еще, если будут тепленькие деньки, можно будет что-то сообразить. Так что вот так вот. В Фейсбуке Аня Ярощук. Пишите. Будем выяснять, что бы вам хотелось, и что у меня есть на ваше хочу. В общем, вот так, девчонки. Дождалась я такого уже взросления хвой. Буквально год назад они были такими маленькими, такими несчастными. Сейчас я вам покажу еще кое-что, что у меня есть. Сейчас, девочки. Это у меня пришла прям вот на днях посылочка. Такая, знаете, мини-коробочка со срезами. Так, девочки, я уберу. Я нашла продавца, у которого были хвои, которые мне вот прям хотелось. Не знаю, любите ли вы. Я вот люблю и крупнолистные, и мелколистные. И смотрите, знаю, что они срезики. Срезики. На руку возьму, да? Так лучше видно. Эти срезики. Посмотрите на этот листик. Вот даже в сравнении с DS-70, это вообще, эта хвоя называется серпинс. Вот для того, чтобы появилась Матильда, вот этого серпинса скрестили с карнозой. И получилась наша любимая Матильда. Вот. Говорят, что она такая с характером. В общем, такая веточка мне приехала на днях. Как я ее ждала? Дисхидия. Вот эту дисхидию я тоже хотела. И она, кстати, не часто бывает. Посмотрите на ее лист. Это дисхидия хирсута. Мне очень... Она такая прям аж тяжелая ветка, потому что вот эти несчастные 6 листочков на 3 узла, они прям имеют вес. Посмотрите, какой у нее листочек интересный. Это не хвоя, это дисхидия. Ну, дисхидия и хвоя, они как бы... Ну, по размеру она с DS-70, в принципе, плюс-минус. Такая же по размеру листьев. Ну вот захотелось, девочки. Хочу. И третья, та, которую любит клещ и которую мы все любим. Такая вот веточка. Это Белла. Белла, которая вот с такой варигатностью.
Льюис Бьюис, она как-то называется, Льюис Бьюис. Видите, эти все три черенка, они без корней. Я вот так в стаканчик их поместила, но еще я не поместила им туда капельку, надо капнуть алоэ для укоренения. Ну, я очень надеюсь, что у меня все получится. Я такая довольна, вот эти три черенка заказала. И думаю, как-то скромно, но люблю заказывать то, что мне вот хочется. Не так, что нагребать все подряд, а то, что мне хочется. И вот эти мелкашки, они такие прикольные, они разрастаются, классные. Так, и еще я вам, наверное, показывала. Сейчас еще покажу одну хвою, которую я очень хотела, девочки, ну прям очень. И она так дорого стоила. И тут вот одна из девочек, кто хоечками занимается, вдруг выставляет свой пост, что она продает по демократической цене вот один такой узелок хои вот этой, как она называется, рыбий хвост. Ой, как же она называется? Только вот утром еще помнила. Девочки, напомните мне в комментариях. Она именно, видите, альба варигатность по краю. Вот так вот. Альба маргинатная. И у нее, она, кстати, неприхотливая. Я это вижу. Она очень неплохо. Вот у меня уже вон корни. И она, знаете, вот усик уже, другая бы уже отсушила, там как-то обиделась, переезд был. Не, она его... пенсионерис это, по-моему, да? Она его уже растит, уже вот такая вот. Так что, девочки, у нас есть вот такая хоечка с вами. Есть такая же просто классическая зеленая. Есть брагет называется. Она как бы вот, ну, вот такая раскраска у нее, типа как... ну, как по мне, я ее вживую не видела, но она как бы вот такая рябая. Тоже прикольно смотрится. Но так как кусты вырастают очень огромными, то лучше, мне кажется... Не, ну если других хой нету, то можно собрать все вот эти вот рыбьи хвосты, хойки. Ну, как и беллы. Белла же есть просто зеленая, есть альба-маргинантная, есть варигатная, а есть вот это именно Льюис Бьюис. У него вот, у Беллы, видите, у Льюиса у него еще есть жилка в середине, как бы посередине листика. Ну, в общем, короче, вот мои новиночки. Видите, эти уже мои старушки. Ну, уже больше года, год, кто-то больше года, уже старушки. Они уже наросли хорошо. А вот эти совсем малышки, посмотрим, какие они будут через год. Тьфу-тьфу, дай бог дожить, чтобы все было хорошо, чтобы все мы были живы и здоровы. Но вот эти ушки, они вот стоят, а потом идут в рост очень быстро. То же самое и ранксан. Он может стоять, потом раз и побежал. Так что вот так, друзья мои. Все, всех обнимаю. Еще раз покажу вам эту красоту незабываемую. Вот я просто так подхожу, чтобы светила лампа на нее, и так сбоку. Смотрите, сколько нектара. Ну, прям, слушайте, впору писать картину. Ну, просто замечательная. Вот так смешно тогда. Посмотрите, как прикольно. Шапочки такие. Прямо краски осени. На фоне наших осенних фруктов. Это просто замечательно. Все, друзья мои, напишите, у кого из вас есть вот эти хои. Серпинс, Белла вот такого плана, Хирсута. Вот это вот, ну и эти тоже. Какая вам вообще больше всего нравится? Ну и, конечно же, вот эта Бафая. По-моему, она только что потеряла бутон. Вижу я, она опять вредничает, и часть цветения она скидывает. Надеюсь, что к открытию цветочков хоть что-то останется на ней. Цветонос тот же самый цветонос, но вот она так себя ведет, девочки. Кошмар, такая прелесть. Листики обалденные. Так, девочки, влюбляемся в хоечки. Мне там пишут девчонки: Аня, мы с твоей подачи уже начали на хойки засматриваться. Девочки, надо расширять свой кругозор. Надо интересоваться разными растениями. А хои сейчас это вообще
Это сейчас прямо любовь любовная. У многих любителей растений. Понимаете? Мирхой, он просто обалденный. Слушайте, я ее трогаю, она прям такая вот нежная-нежная. Обалдеть. У кого еще нет буртони, покупайте. Она класснючая. Я жду здесь какой-то отросточек у нее. Ну, не пойму. Тут она как-то кустиком сидит. Я все заглядывала. Ну, вот здесь она кустится. Вот здесь она кустится. Такая, молодец. Все, друзья мои, пока-пока. До новых встреч на канале. Жду вас в комментариях. Девочки, готовимся на отправку. Гранфиньяна Black Leaves, Ваети, Рангсан, Пубикалис. Все подписываю, не потеряйтесь. Ну и вот здесь у меня Матильдочка, тоже с обозначением. Там у меня спонжик, и они, короче, с водичкой все. Локуноза Эскимо Сильвер. Все подписаны, девочки. Куртиси. Санги. Ту, которую мы с вами сейчас смотрели. Вот сейчас еще в подарочек поедет Корноска. И вот тут готовится к отправке Дисхивиавата. А мне не жалко. Пусть человек порадуется. Можно ее еще вот так чик-чик-чик-чик-чик. И будет несколько растений. И для того, чтобы укоренить, достаточно даже одного узла. Главное, чтобы вот эти корешки были. Видите? Откуда рост начинается. Просто немножко будет. Ну, в общем, человек сам решит. Новый любитель хоечек решит, как ему лучше быть. А я подарю, вот мне с удовольствием хочется вот такую веточку.